Клоун, моя любимая улыбка, клоун. Расскажи анекдот. Почему рыбу легко спутать с драконом? Без понятия. Потому что они оба в чешуе. Класс. Хороший анекдот. А вы, должно быть, Сэмми Рэй. Вообще-то, наоборот. Ну, кем бы вы ни были, помните, если накатит тоска, тут ее мигом разгонит. Мы не пробудем здесь так долго, чтобы затасковать. Как только отыщем малышей, дадим дёру. Вот бы полюбоваться. Так что, у вас есть план? Что-нибудь придумаем. Так заявляют все новички. Но знаете, не очень просто сбежать отсюда. Да.